Здравствуйте! Сегодня освежим в памяти правила проезда перекрестков. Ленина-Столиваров. На выезде со второстепенной дороги установлен знак, который разрешает движение только направо. Но что там какие-то знаки, если водителю надо прямо? Надо аргумент, который нейтрализует все ПДД. Люди ездят, и я проехал. А, то есть мы как люди ездят? Нет. Люди собьют 10 пешеходов, и мы тоже газиком задавим. Я всех пешеходов пропустил. Я пример говорю, люди ездят. Завтра какой-нибудь захочет на двух колесах боковых проехаться, вы тоже поедете? Нет, конечно. Ну вот видите, а зачем это стадное чувство-то такое развивать в себе? Если вы видите знак, вы двигаетесь. На грузовом автомобиле. Виноват, соглашаюсь. Вот, виноват. Табличка, разметка тоже ерунда, ведь стоять первым на светофоре, выехав за ступленью, это так по-взрослому. Еще какой знак справа? Табличка такая, с надписью «Стоп» написано. Видели на белом фоне? Да. Ну а зачем вы за нее выехали? А чуть-чуть и выехали. Ну я пропустил. Не чуть-чуть, а выехали. А вы что должны были сделать? Вы должны были сказать, ну вот вы все знаете, однако нарушаете. Я извиняюсь, вы тут спешите, от таможни машины приехали. Я понимаю, вы понимаете, что вот так вот вы спешите. Другие тоже спешат. Да больше не будут спешить. Каждый водитель говорит, что он больше не будет, но однако же аварийное состояние у нас критическое. Уклоняйся как хочешь, проблемы твои, с какого хочу круга, с того и поверну. Так, наверное, размышляют водители, которые нарушают на перекрестке, где организовано круговое движение. Почему вы езжаете не с того радиуса? Кольцо оно с какого радиуса мы выезжаем с кольца? По ходу движения. Понятно, по ходу движения. Есть внутренний радиус, есть внешний радиус кольца. Ну с какого кольца вы выезжали, вспоминайте? С левого. А вы должны выезжать, как говорится, с крайнего правого, если уж вам так будет проще. Потому что получается, если кто-то, не нарушая. Нет, я поворотник. Хорошо, вы включили поворотник, кто-то проморгал ваш поворотник, который собирался продвинуться на улицу Архангельскую, в результате столкновения. Это вы смотрите. Едет молодой водитель, который недавно за рулем. Вы увидели, а он не увидел. Столкновение. Везете пассажира. Пассажир страдает. Но инспекторы ГИБДД в который раз напоминают, неприятные ситуации на дороге создают сами водители. Соблюдайте ПДД. Вопросы в нашу программу можете задавать по телефону 578-555. Смотрите нас на сайте 35media.ru. На этом все. Увидимся в пятницу.